something's coming. I can see you now on my red view. Woo! I got a few things in the end. Привет, меня зовут Лида, и я обожаю баскетбол. Вообще ничего не было, ни футбола, ни хоккея, ни баскетбола. В школе спорт был прям от меня на глубокой вы. После Нового года пошли с подругой в кино, посмотрели «Движение вверх». Потом ВКонтакте был розыгрыш билетов. Я поучаствовала, выиграла, ну, сам Бог велел, раз билеты есть, надо идти. Причем пошли, я вообще не понимаю, куда иду, чего иду. Стали выбирать тех, кого посимпатичнее. Ну, в общем, собственно, за тех болеть и пошла, но оказалось, это наша команда. На трибунах меня многие знают. Я познакомилась там со всеми, и мы стали настоящими друзьями. Кстати, мы иногда даже перекликаем фан-сектор. Я болею конкретно за нашу команду. Я не пропускаю ни одной игры. Дома уже тоже все привыкли. Могу даже не прийти на день рождения к подруге. Быть болельщиком – это, наверное, навсегда и до конца своей команды. При любых условиях. Проигрывают, выигрывают, там летят с каким-то ужасным счетом, не выходят в плей-офф. Ну, неважно, перешагнули, пошли дальше. Кроме баскетбола, у меня есть еще одно увлечение. Я коллекционирую улиток. Вообще, можете называть меня Литка-улитка. Так родилась одна из моих маленьких мечт. Я давно хотела объединить любовь к команде и улиток. Ребята из Пари предложили осуществить мое желание. Мы сделали эскиз, и вот я в тату-салоне.